Спасать жизни – такова работа Азамата Жашкеева. Хирург более 20 лет своей жизни отдал серьезной и ответственной работе. И сегодня карагандинец вошел в список общереспубликанского проекта «100 новых лиц Казахстана». Эта программа нацелена на то, чтобы показать уникальные личности. В областном кардиохирургическом центре ежегодно делают более 5000 операций. В своем отделении Азамат Жашкеев лечит без операций, уколами эндоваскулярной хирургии. Благодаря его опыту и трудолюбию кардиоцентр занимает лидирующие позиции в республике. За плечами хирурга более 3000 эндоваскулярных вмешательств на сосудах сердца и периферических сосудах. Азамат Жашкеев ежегодно повышает свою квалификацию в таких странах, как Россия, США, Польша, Франция, Дания и Германия. Основная современная технология наша связана с наличием ангиографа, современного ангиографа. То есть мы можем зайти в любой сосуд организма и сделать диагностику этого сосуда и исправить патологию сосуда. Именно это делается без разреза, через прокол, без наркоза. То есть риск для пациента очень минимальный. Свою трудовую деятельность Азамат Жашкеев начал в 1997 году стажером-следователем кафедры госпитальной хирургии. С 2009 года и по сей день работает заведующим отделением сосудистой эндоваскулярной хирургии. Он неоднократно выезжал в лечебные организации Казахстана для проведения мастер-классов. На сегодня в кардиохирургическом центре работают 10 эндоваскулярных хирургов, которых обучил Азамат Кенжинович. По моей специальности практически все патологии мы можем лечить в условиях нашего стационара. Чтобы отправили мы за границу или в другой город, бывают очень редкие ситуации, когда например, бывают редкие заболевания, когда эти редкие заболевания специализированы для каких-то клиников. В таких случаях мы стараемся отправить именно в специализированную клинику, которая часто занимается именно этой патологией. В Карагандинской области более 30-40 тысяч людей имеют сердечные заболевания. Самым опасным среди сердечно-сосудистых заболеваний считается инфаркт миокарда. Ежегодно Азамат Кенжинович выполняет более 1000 операций, и сегодня он вошел в список республиканского проекта «100 новых лиц». Этот проект для молодого поколения станет хорошим примером и мотивацией, потому что молодежь будет стараться брать с них пример и стремиться к самосовершенствованию. Мирамгуль Салкимбаева, Ажара Гибаева, Жаслан Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский.